сделали, на мой взгляд, как хотели. Спасибо, Игорь. Коль! Ну что могу, сейчас пока Гвиндаль там свои пейзера вот это сейчас закончит. А он не заканчивает, поэтому ты можешь говорить. Гвиндаль, hello, how are you? Хорошо. Хорошо? Я хорошо. Я. Вы же не шнапс пили, а водку. На водку 100 грамм. Лера, что ты с ним сделала? Лера, вот скажи мне, пожалуйста. Я понимаю, такая очаровательная девка на самовар. Знаешь, такая, знаешь... Ты про кого? Я про Леру. Такая задорная, красивая. Танцевала блистательно, бесподобно. Я не знаю, что ты делала всю эту неделю, но ты была королева сегодня. Честное слово. А вот этот стоит, сейчас портит номер. Я сначала хотел поставить хорошую оценку, а теперь мне все время немножко это раздражает уже. А ты ставь Лере, ты не оценивай пизеру. Он пристает к Лере, вот это что-то там. Это ревность. Николай. Нет, это не ревность, это непонятное. Гвиндаль. Сейчас ты получишь. На тебе шарик. Фрап и льви, фрап. О, Николай, осторожнее. Слава Богу. Коля. Коля, это же международный скандал. Это идет вразрез с договоренностями Медведев Саркози. Ладно, 6-0. Уговорил. Я не знаю, что у них там было, но ус у Гвиндаля отклеился. Дима,